В рамках Ленского образовательного форума запланированы ряд мероприятий для развития детей. Один из них направлен на развитие вспомогательных технологий для людей с ограниченными возможностями. Семинар прошел накануне на базе Республиканской коррекционной школы-интерната. Тренеры Института информационных технологий ЮНЕСКО, россиянин Анатолий Попко и британец Ин Бин, рассказали о доступности современных сенсорных устройств на базе iOS и Android, спутниковой навигации для инвалидов по зрению, а также о специализированных программных обеспечениях, подключении, настройки и использовании брайлевских дисплеев. У нас есть очень много технологий, и эти технологии позволяют детям с ограниченными возможностями читать, писать, общаться, даже пользоваться компьютером. И они, например, они могут вместо мышки использовать свои глаза. Например, они могут контролировать курсор с помощью своих глаз. Существуют две основные проблемы. Во-первых, это очень дорогостоящее оборудование. А вторая проблема заключается в том, что не все учителя умеют пользоваться данной аппаратурой.